В закрытом онлайн-клубе Muay Thai CK ты найдешь очень интересные и полезные онлайн-встречи, закрытые видеоуроки, а также 50 готовых, пошагово расписанных тренировок. Ссылка в описании под видео. Привет, бойцы! Сейчас покажу очень хорошую, очень эффективную, очень популярную комбинацию, особенно в К1. Это 1-2 прямых, боковой левый в печень и лоу-кик. Как она работает? С дистанции сразу работа идет. Раз-два, бам-бам, 3-4. То есть два прямых идут более как отвлекающие удары. Весь акцент идет на печень и уже сверху лоу-кик. То есть идет бросок, да, нащупывание левой рукой, левым джебом. И раз-два, противник закрывается, ручки поджимает, сводит вперед, да, для того, чтобы закрыться от прямых ударов. И отсюда на подшаге, очень важный момент, на шаге с левой ногой. Туда доставать, раз, печень. И у нас правая нога уже заряжена. А противник после удара в печень, он подсаживается на сторону. Да, то есть попали ему в правый бок, оп, он сюда подсаживается и уже про блок ногой даже не думает. А это идет быстро. Раз, и сверху вниз очень жесткий идет лоу-кик, именно тайт такой, да, как называется, тайский лоу-кик с подшагом. То есть он как выполняется? То же самое. На шаге, на подскоке идет лоу-кик сверху вниз, рубящий удар. Сюда, да. И получается, что наш боковой в печень и лоу-кик выполняется практически на одном шаге. Работаем. Раз. Там прощупал, нащупал, заставил немножко закрыться. Как только противник закрылся, сразу можно серию работать. На подскок. Бам, бам сразу. Вот этот подскок очень важен. Многие даже акцентируются просто на лоу-кике. А удар в печень показывают как отвлекающий, для того, чтобы сделать этот шаг. Например, я показываю, а сам весь акцент даю на лоу-кик. То есть задача мне вот этот сделать шаг. Шаг для того, чтобы прыгнуть с лоу-кик. А боковой я показываю, ну, есть бойцы, которые показывают просто как отвлекающий маневр. Раз, два, три, бам, а потом четыре уже шага. Но если противник ручки держит высоко, например, да, начинает вот так закрываться, есть такие бойцы, которые стараются повыше закрыться, раз, два, то вот здесь печень четко можно пробить, очень четко, сразу туда, бам, влажница, боковым. Вот здесь уже акцент нужно делать на печень. Все опять-таки зависит от бойца. Если он плотно опускает голову, да, локти сюда, на печень подстроил, ну, понятно, что сюда в локти бить бесполезно. Поэтому акцентироваться нужно на локти. Но сама комбинация очень эффективная, очень хорошая. Идет раз, два, бам, бам, сразу три, четыре. И отсюда дальше можно доработать и еще раз ее пускать. То есть с ней можно работать как бы постоянно. Раз, два, три, бам, локти пробил, сделал уклончик, сместился, опять работаешь. То есть взрываться постоянно акцент печень в лоб, печень в лоб. Если таких 3-4 комбинации хорошо пройдет, ну ногу точно отобьешь. То есть отрабатываю, нарабатываю, очень полезно. Удачи в тренировках.